Вот его прописка, у него в паспорт стоит буква О, а уже дом зарегистрирован через букву Е. То есть получается, что он прописан в доме, который вот... В другой деревне. Ну да. Так получается. Да. Эти две буквы не дают спокойно жить не только семье Ольги Климочкиной, но и всем односельчанам. В 1995 году в общероссийском классификаторе объектов вместо их родной деревни Ярышевки появилась новая – Ярышевка. Все бы ничего, но роковая описка пошла гулять и по другим документам. Спустя 17 лет у половины деревни в паспорте буква О, у другой половины – буква Е. Сами не знаем, кто в этом виноват, не знаем. Вот так выглядит табличка на местном доме культуры, а это надпись на деревенской школе. К таким разночтениям Ольга Дюдяева, преподаватель русского языка, никак не привыкнет. Во всех ее документах, в документах детей и родственников, буква О – единственно правильная, говорит лингвист. Если мы будем рассматривать корневую систему этого слова, то «ерышовка» – это просто-напросто суффикс. По правилам орфографии «ерышовка» в существительных под ударением, суффиксах и окончаниях прилагательных и существительных пишется буква О. Так все-таки Ярышевка или Ярышевка? Референдум проводить не стали. Чиновники пошли самым простым путем. Посчитали. В паспортах у 200 местных жителей написана буква Е. У 91 человека буква О. Так значит и менять документы этим последним. Цена вопроса оказалась почти 400 тысяч рублей. Кто виноват? Этот вопрос сотрудники Ртищевской администрации задают себе в сотый раз и не находят ответа. На столе Александра Хасеева десятки примеров и одного, и другого написания. По всей видимости, говорит чиновник, ошиблись в Государственном комитете по статистике. Вместо «О» написали «Ё», а потом пропали точки. Дешевле оставить букву «Е», ну, тем более, если, понимаете, вот, допустим, даже по паспортам. С «О» 91 человек и 200 человек с «Е». Если сейчас «Е» поменять на «О», это у нас еще дороже обойдется. Вернуть первоначальное название, скорее всего, уже невозможно, говорит чиновник. Дело в том, что сейчас придется менять документы местного уровня. Если вместо «Е» узаконить «О», вносить поправки придется в федеральные бумаги. Пусть будет лучше «Ярышевка», как бы с буквой «О» и «Ё», вот так, но не «Ярышевка». Не нравится? Нет. Называть себя ярышевцами местные жители не хотят, хотя понимают, что от их желаний сейчас уже ничего не зависит. Даже дорожники сами решают, какое имя будет носить населенный пункт. Периодически указатель меняют. Еще в прошлом году с одной стороны деревни было написано «Ярышевка», с другой – «Ярышевка». Ольга Маркова, Игорь Шишилин. Новости «Телеобъектив».